Всем привет, друзья! Это Михаил, канал Video Game Addiction, прохождение игры Dying Light, дополнение The Following. Итак, собственно, мы остановились на том, что отдали Джасиру маску и книгу после того, как Атила сам себя убил. Ну и тем временем с нами связался жрец, и он узнал кое-что о тех людях, которые, собственно, напали на военный конвой с вакциной. И давайте послушаем, что он нам говорит. Кайл, мы кое-что узнали о людях, подходящих по твое описание. Если эти бандиты вынесли кое-что из пещеры, взяли в плен брата Аркана, все это должно быть там. Проверю. Мы знаем, что риск велик, но, возможно, это последний шанс найти то, что мы ищем. Немножко не успел начать читать, а он там говорит, что... Он обнаружил людей, которые подходят под описание солдат с тремя желтыми полосками, и они находятся вот здесь. То есть я уже сюда прибыл, просто дождался, пока активируется квест. Погулял здесь немножко вокруг. Вот, собственно, говорит, да, доберитесь до зернохранилища, я уже здесь. Объясню, почему я все так наперед знаю. Я записываю эту серию четвертый раз. Первый раз запись почему-то не прошла, но я там остановился на полпути и забил на это дело. Вот, еще извиняюсь, у меня был включен тренер, тоже объясню почему. Потому что у меня было только дальнее сохранение, мне нужно было очень-очень-очень быстро добежать. Вот, и я поэтому забыл его выключить. Я там бесконечное здоровье, супер прыжки, скорость, все это включал. Вот, сейчас я это все выключил и буду играть честно. Вот, настоящая харанская зараза, говорит Крейн. Вот, и... пришлось быстро доходить до этого по новой, до всего, со старого сохранения. Вот, и потом, когда я все-таки полностью прошел всю игру и выложил прохождение, YouTube отказался его обрабатывать и просто завис. Ну как завис? Точнее, загрузилось видео, и у него бесконечная обработка началась. Видите, в чем дело? Сказать, что меня это выбесило, да я, наверное, был вообще просто в ярости, потому что я мало того, что записал только далеко не с первого раза, вот, то есть это заняло далеко не, не 5, не 10 минут даже, так еще, ну капец, короче, ну, нет у меня вообще сил это описать мое негодование, так что вот. Сейчас мы пройдем этот квест, сохранимся. На самом деле осталось еще две серии. Вот этот квест и следующий. И серии будут короткие, потому что я постараюсь вырезать все эти лишние перебежки. Плюс я уже знаю, где кто стоит, где кто меня ждет. Поэтому должно все получиться достаточно быстро. Этого, да? Опа, патронов-то осталось между тем всего ничего. Так, где-то еще один бегает. Где-то. Последнего убили. Последнего, до этого я уже знал, поэтому заранее остановился, дождался, пока он выйдет. Все, вот он. Аркан, один из трех жрецов, то есть двоих там убили на этом, в засаде. Вот, и этого взяли в плен. Оркин,
Оркан. Кайл, это ты? Кайл. Yes, да, я помогу тебе. Нет, послушай. Just listen. Они проследили за нами. Хотели вакцину, но не знали, как открыть. Расспрашивали о матери. Я ничего им не сказал. Молчи, побереги силы. Я тебя вытащу. Маяк, маяк. Light. House. Оркан, stay with me. Держись, черт, Оркан. Все, Оркан погиб, к сожалению. Он не выдержал пыток. Это Крейн, бандиты были в зерном хранилище, Оркан тоже. Они взяли его в заложники и пытали. Да утешит Бог солнце его душу. Он им что-нибудь рассказал? Не знаю, сказал, что нет. Он еще что-то говорил о вакцине и о том, что они не знали, как ее открыть. Значит, что-то у них еще осталось, хотя они многое пролили на том поле. Есть мысли, куда они могли отправиться? Аркон упоминал какой-то маяк, я проверю. Спасибо, брат. Если найдешь капсулу, сразу дай знать. Повезешь их прямиком к матери. Доберитесь до маяка. Так. Это что там, а, зомби снизу. Ох, сейчас бы не промахнуться. Отлично. Ювелирно. Так, и сейчас я доберусь до маяка, а сам этот процесс я вырежу. Кайл, как слышишь меня, Кайл? Лена, слышу, продолжай. Кайл, меня слышно? Черт, Лена. Кайл, если слышишь меня, поспеши. Скоро мы потеряем еще один этаж. Лена, проклятие. Черт, я так близок. Так, я тут немножко просто накосячил в попытках добраться до маяка. Ну, надеюсь, сейчас все у нас получится. Хотела, значит, срезать, но это получилось не очень у меня удачно. Сейчас я постараюсь реабилитироваться с этим. Так. Так, 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 так. Ох, господи. Да, это будет непросто, скажу я вам. Итак, мы у маяка, собственно, продолжаем. Так. В дверь тут просто так не зайти, поэтому надо сразу же пристрелиться наверх. Блин, а, да что ж ты, Кайл, мать твою, Крейн, за что не хочешь хвататься, а? Так, рекомендую тут сразу лезть до последнего окна. А, почему? Потому что там у нас по пути будет, конечно, открытое окно. Но там будет несколько проблемно пройти. Там будет дверь под замком, в которую не получится зайти. Поэтому там пропускаем все открытые окна, сразу лезем в последнее. Так, и вот что-то я лоханулся с окном. Это капец. Кайл Крейн, ты сраный наркоман, ты что делаешь? Так. Перепутал окно, походу не в то какое-то я пошел. Так, а где? Последнее же. Насколько я помню, последнее окно. Что за фигня? Блин, я уже который раз просто это прохожу, я не могу с окном ошибиться.
Да ладно, что за нафиг? Неужели... А, вот оно! Весь маяк облазили по кругу. Так. Не туда. О, все, залезли. Так, а что же там дальше, мы узнаем с вами в следующей серии. А на этом всем пока и удачи!